Я родилась со странным даром. Способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. В голове все смешалось. Образы, звуки, запахи. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Вспомнить, кто я. Как все это началось? Что ж, я расскажу. Я нашел вас на обочине, далеко от города. Что с вами случилось? Может, на вас кто-то напал? Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть семья, друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Эй. Вы не из болтливых. Так я ничего не смогу сделать. Бесполезно. Это шрам? Свежий. Остановите их. Они не понимают, что это такое. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! Знаю. Идут. Стоп, вы кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она? Вот ты где. Как настроение, Джоди? Хорошо?
не хочется отвлекать тебя от игрушек, но нам с тобой пора. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Я знаю, ты устала, но это очень важно. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Идем, Джоди. Привет. Почти готово. А срок был в прошлом месяце. Привет, зайка. Какая ты красавица. Лучше поздно, чем поздно. Мы пришли. Весь год дождливый. Что верно, то верно. Зато холодов не было. И правда. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Хорошо. Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. О, да. Да ты у нас принцесса. Не бойся. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Эй, Джоди, слышно меня? Ну что, начнем? Кейтлин в той комнате. И перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Давай. Ну что, поехали? Первая. Дальше. Следующее. Ты молодец, Джоди. Меняем задачу.
В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь их сбросить? Хорошо, Джоди. Что-то еще ты могла бы сдвинуть? Джоди, все хорошо, не бойся, все прошло. Это никогда не пройдет. Солнышко, ну что ты весь день сидишь у окна? Поиграй, займись чем-нибудь. Можно печеньку? Зайка, скоро ужинать. А печеньем ты аппетит перебьешь. Не сейчас, видишь, я пока занята. Эй, что случилось? Ничего. Просто
Просто обними меня. Иди сюда. Ну, так лучше? Ладно, а теперь беги играть. Эй, добрая фея, заедешь сегодня ко мне в гости на чай? О, да, с радостью. Вот и славно, вон моя машина. А, классная машина. Да, я сама выбирала. Это быстрая-пребыстрая модель. Пойдем, проходи. Какой же у тебя дом красивый. Да, мне тоже нравится. Это муж подарил на день рождения. Скажи, дорогая, тебе сахару в чай положить? О, нет, спасибо. Как поживает муж? Хорошо, он как раз на работе. Он у тебя такой милый. Хватит, Айден! Я не хочу больше играть с тобой. Джоди, помоги мне, пожалуйста. Можешь сходить за маслом в гараж? Да, сейчас!
Если только мама узнает, она рассердится. Снимок. Какой-то странный. Он будто бы дрожит. Ну, правда же? Не мешай, я занят. Чего это ты на меня уставилась? Что, тебе заняться больше нечем? Ай, да наставь его! Джоди, масло принесла? Несу!
Спасибо. Джоди, зайка, иди поиграй во дворе. Я позову тебя к ужину. Зайка, надень курточку, сегодня прохладно. Класс, теперь мне и скучно, и холодно. Ты-то не мерзнешь, Айден. Тебе все равно. Айден, покачай. Все равно скучно. Эй, ты слышал? Это с улицы. Классный снеговик. Кажется, придумала, чем заняться. Ты мне за это ответишь. Получай! Ну да, я знаю, что нельзя. Ну и что, мы 5 минут поиграем, и все дела. Мама даже не узнает. Мог бы хоть помочь, Айден. Айден, ты супер. Залепят.
Ну, придурки, что встали? Давай, бросай! Ну все, малявка, попалась! Нет, нет, пусти меня! Нет, нет, хватит! Происходит. Она ведьма! Говорю вам! Джоди Хоббс! Ведьма! Пойдем, пойдем домой. Идем. Идем! Иди в дом! Что стряслось? Зачем ты вышла на улицу? Тебе запрещено уходить со двора! Они там играли! Я просто хотела с ними! Что ты сделала с мальчиком? Филипп! Я не виновата! Это Айден сделал! Он защищал меня! Он... Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На нет, этот не раз надо. Ты у меня получишь! Не смей! Марш в комнату! Иди! Постарайся уснуть, зайка. А проснешься в хорошем настроении. Засыпай. Мама! Я боюсь чудищ, правда? Они меня схватят. Зайка, чудищ не бывает. Я могу тебе оставить свет. Засыпай, малыш. Видела, что она умеет? Сьюзан, это не ребенок, это чудовище. Не смей о ней так говорить, понял? То, что с ней творится, это ненормально. И становится все хуже. Господи боже мой, а если мы ее разозлим? Ой, да что за бред? Сьюзан, она все равно, что дикое животное. Мы не знаем, на что она способна. У нас в доме живет настоящий демон. Сьюзан, с меня хватит. Все, довольно. Иначе нас с тобой ждет дурдом. Мы согласились взять к себе девочку, а не это... нечто.
Ничего не бойся, слышишь, Айден? Мы просто заснем. И ничего страшного. Джоди! Джоди! Дай меня, пусти! Джоди! Джоди! Испугалась! Господи! Что с тобой случилось? Ты сказала, чудищ не бывает! Они есть, мама! Они есть!